На сами себя. Я бы приноводил по уникальным тем, что российские России и Европы, которые современные автомобильщики, это состоит из металлургическую отрасль входит свыше 1300 предприятий, и на них работают тысячи работников. Причем, как правило, это все высококвалифицированные специалисты, и, безусловно, от результатов их работы зависит состояние и всей российской экономики, городов, поселков,
отдельных отраслей. Важной приметой последних лет стала растущая инвестиционная активность отрасли. За последние 10 лет более триллиона рублей вложено в отрасль инвестиций. Это очень показательно. Я сомневаюсь, что где-то в странах наших соседей, где металлургическая промышленность тоже всегда была в прежние годы значительной частью экономики, наблюдался такой инвестиционный бум. Более триллиона рублей. Это серьезно. Но и результат. Какой результат? Количество основных фондов изношенных было у нас свыше 53% в 2002 году, по-моему. А сейчас 40% уже в 2011 только. То есть снижение на 13%. Это очень серьезный результат. Инвестиции в металлургическую промышленность направлены на обеспечение спроса отрасли потребителей. И руководители отдельных крупнейших предприятий-потребителей здесь сегодня тоже находятся. Это автомобильная промышленность, железные дороги, топливный энергетический комплекс, судо, авиастроение, строительство. Эти проекты реализуются в рамках стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. Вы знаете об этом. А также с корпоративными стыкуются, во всяком случае, в основном стыкуются с корпоративными стратегиями крупнейших наших компаний. Примеров крупных инвестиционных проектов, как я уже сказал, немало. Так, за последние 5 лет только в производство штрипс и труб большого диаметра инвестировано порядка 190 миллиардов рублей. В проекты по улучшению качества листового проката около 76 миллиардов рублей. Кроме того, 61 миллиард рублей вложен в улучшение качества железнодорожных колес и бандажей, в создание производства длинномерных рельс. Около 88 миллиардов рублей в обеспечение спроса стройиндустрии в необходимом для строительства прокате.